средней общеобразовательной школе номер 7 9 февраля прошел финал военизированной станционной игры «Я патриот России». Мероприятие рассчитано на учащихся 7 классов и нацелено на патриотическое воспитание молодежи. В отборочном туре приняло участие 60 школ. В финале встретились 14 команд, победителей окружных этапов. Отборочные игры проводили по окружному принципу. Выбирали школы. Программа была в основном обучающая. Здесь уже в финале дети показывают то, чему они научились в предыдущих соревнованиях. Все те дисциплины, которые они изучали, это разборка, сборка оружия, снаряжение магазина патронами. Теперь уже это все пойдет в зачет, и они будут показывать то, чему научились. На первом испытании ребята продемонстрировали строевую подготовку. За быстрое, точное и единодушное исполнение приказов командира участники зарабатывали дополнительные баллы. Также под маршировку команды исполнили строевые песни. На одной из станций школьников проверили на умение быстро разбирать и собирать автомат Калашникова. Здесь потребовалось показать сосредоточенные и четкие движения. Разборку, сборку надо знать, допустим, когда ты на войне и ночь, и надо разобрать Калашников, когда он, допустим, дал осечку. И вот когда его разбираешь ночью, иногда вот даже слепую разбирают, чтобы быстро разобрать, собрать и продолжить атаку. Или оборону. В тире участники военизированной игры продемонстрировали свои стрелковые навыки. Долгие предварительные тренировки показали лучших в этом деле. В интеллектуальных испытаниях от ребят потребовалось определить, какие погоны относятся к званиям капитана, полковника или генерал-майора, а также ответить на вопросы исторической викторины. День разгрома советскими войсками, немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Мы, конечно, учили даты памятные. И звание мы учили, а звание тоже в армии пригодится, мальчикам особенно, потому что большая часть – это мальчики. Физическую подготовку участников проверили на военизированной эстафете. Ребята подтвердили, что умеют работать в команде слаженно и быстро. Готовились мы очень хорошо, каждый день тренировки были, разборкой, сборкой занимались, снаряжением магазина. Большой вклад в строевую подготовку вносили. У нас есть учитель по физкультуре, у нас есть специальный цоколь, там у нас и тир есть, и все есть. Мы там и маршируем, и стрельбе готовимся, и все делаем. По итогам военизированной станционной игры «Я патриот России» победу одержала команда 135-й школы. На втором и третьем местах оказались ученики 105-й и 118-й.